За время своего путешествия я повстречал очень много разных людей. У каждого из них свои истории и своя внутренняя магия. Но объединяло их одно – все они были наполнены жизнью. И глядя в их глаза, я видел всю силу этого места. В глазах я видел отражение Байкала. Силу природы, которая отражается в людях. Здесь хочется запечатлеть каждую деталь. И 108-мегапиксельная камера в новом Xiaomi 11T Pro справляется с этим, помогая сохранить эти моменты и это величие. А 120-герцовый дисплей Adaptive Sync AMOLED с технологией Dolby Vision просто создан для того, чтобы передавать все оттенки в невероятных кадрах. У каждой истории, у каждого момента есть свое неповторимое звучание. Сегодня это звучание плеска волн Байкала. И когда я захочу снова окунуться в этот момент, или когда буду делиться этой историей, то звук Harman Kardon станет моим проводником. Природа настолько разнообразна, что ты не знаешь, куда бежать в первую очередь. Тебе хочется успеть все за эти несколько дней. В этом мне помогали опытные проводники. А в Xiaomi 11T Pro помогает успевать больше Qualcomm Snapdragon 888. Великое озеро моря дает тебе безграничную силу и энергию, как 120-ваттная технология HyperCharge новому Xiaomi 11T Pro, с которым не страшно отправиться в долгое приключение в поисках киномагии. Ведь эта технология позволяет зарядить ваш смартфон до 100% всего за 17 минут. Здесь вся сила. Сила воды, которая становится источником энергии и жизни целого региона. В ней хранится сила и тайна самой природы. Но сила этого места и предметов не имела бы значения, если бы рядом не было людей, с кем бы хотелось это разделить. Людей, которые вдохновляют тебя на новые свершения и новые приключения.